Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Kia Cerato. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Вы забрали краткий обзор. Пол, багажники. Здесь грубо обработан. Задние арки небольшие, куски проклеены. В автомобиле одни из самых шумных мест. Пол в салоне также. Кое-где вибропластом обработан. По дверям смотрим, большие куски присутствуют. Владельцы не устраивают данную шумоизоляцию. Подготавливаем поверхности, приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Kia Cerato. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки крыльям. Проклеен пол в салоне. Тщательно прокатываем валиком. Дверям нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Приступили наносить второй слой. Мембранный шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на Kia Cerato. Проклеены с мембранным шумопоглотителем пол в багажнике. Также мембрану нанесли на задние арки, крылья и пол в салоне. Обработали третьим слоем вибропласта, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!